Дальше. Я сказала массаж. Но массажеры я вам показывала в своем видео, но покажу и сейчас тоже я сняла, чтобы еще раз показать и рассказать. Сделаю вставочку, посмотрите, пожалуйста. Массажеры и средства, косметические средства, с помощью которых помогают мне поддерживать тело и кожу в хорошей Сейчас я форме. покажу. Что касается массажей и что касается средств, которые воздействуют на вашу кожу, когда вы худеете, я показывала уже в своем видео, что в моей ванной вот эту серию. Это антицеллюлитный гель с массажером. Это все Орифлейм. Я другой не пользовалась продукцией, но да, им все равно нужно приобрести. Я считаю, да, нужно приобрести, когда вы худеете. За кожей тоже нужно ухаживать, и это поможет вам быстрее прийти к нужной форме. Все-таки, да, это помогает. Потому что я пользовалась этим, вот когда я говорила, что у меня даже целлюлит ушел, вот эти гели-то у меня были. Так, это антицеллюлит, Beauty Lex, это ноги, то есть это то, что спасает от отеков, потом вен, когда вены торчат, как называется. Это от висящих вот этих, Go Sleeves, Sleeveless, Anti-Gravity Upper Arm Gel, With Fat Fighting Complex. А вот против провисающих вот этих трицепсов. Это Beauty Bust, то есть грудь и декольте. Это Slim гель для всего тела. Можно вот это все не иметь, приобрести, например, один Slim гель и смазывать им все абсолютно места. Но поскольку у меня все это, все остальные места уже смазаны, я это мажу на талию и массирую вот так. Ну и также вот сзади у меня, пониже пояса, сзади места, которые над ягодицами, у меня очень хотелось, чтобы Тайтами. упругий живот. Это Perfect Body, Body Perfector на русский перевели эту серию. И Орифлейм. вот такой у меня комплекс массажера. Да, кстати, вот еще у меня осталось несколько ампулок, никак не могу закончить, забываю, нет у меня привычки на ночь мазать на себя. Так, массажеры. Вот этим я провожу по бедрам, массирую бедра. Для бедер у меня есть также вот такая вот подушечка. Тоже очень удобно. Есть банки для антицеллюлитного Это массажа. все Орифлейм. Это для талии. Я уже показывала в своем видео о... Вот так вот мы формируем талию, особенно, и это даже влияет на живот. Вот здесь у вас живот, он тоже подтягивается, потому что вот на эти брюшные мышцы он тоже воздействует. Это тот, что обхватывает бедра, но я покажу на руке. Очень легко обхватывает, тоже можно двумя руками, если вам одной, допустим, недостаточно, вы можете взять в две руки массажеры и массировать себя. Что касается режима, то очень важно высыпаться. Вот мне, например, для того, чтобы нормально себя чувствовать, нужно 8 часов сна. И когда я засыпаю, ложусь я поздно. И, в общем, к сожалению, да, вот такая немного разгильдяйка в этом плане, даже не немного. Чем дольше я не ложусь спать, тем дальше отодвигается эта граница. Еще летом, по-моему, я уже в полночь засыпала, заставляла себя спать. А сейчас уже дотягиваю до 2, то есть раньше 2 часов ночи я не засыпаю. Я засыпаю в 2, я считаю, что к 2 прибавляю 8, значит 10 часов я себе даю команду. Раньше 10 часов не просыпаться. Ну вот нам, хозяйкам, конечно, трудно не просыпаться, когда другие члены семьи просыпаются. Они проснулись, все, мы уже не уснем, ну, по крайней мере, я. Если меня кто-то разбудил, я уже не смогу себя заставить уснуть, как бы ни хотелось. И вот ходишь весь день вялый, а вот это невысыпание, организм, да, к сожалению, себя тогда начинает утешать едой и откладыванием жира. Все, что вы съедите, вам в жировые запасы. Поэтому высыпаться очень важно.
Кроме того, я тут себе написала 7-й пункт, у меня визуализация. Я имею в виду картинки. Развесьте себе, если у вас есть доска визуализации, повесьте туда хорошие фотографии тела, какое вы хотите иметь. Ну вот, опять же, я показываю пример, какие у меня тут есть картинки, которые я на доску визуализации повешу. Ну, какие-то такие картинки, да? Буду издалека, чтобы YouTube не счел это пропагандой порнографии. Вот развесить какие-то такие картинки, ну, на свою доску визуализации, да, например, если у вас таковая имеется. Ну, эти картинки как-то не очень, это какая-то вобла. Ну, я просто подумала, что эта фигура наиболее приближена к моей. Ну, потому что разные типы фигуры бывают. Бывают там узкие бедра, каких у тебя все равно не будет никогда по строению скелета. А вот этот скелет, это вроде как на мой это похож. Тоже какая-то вобла. На самом деле не очень нравится, но это просто первое, что попалось, поэтому я вырезала. Это, кстати говоря, о влюбленности. Вот такого типа чувства тоже помогло бы кому-то. Вот такая картинка мне нравится. Так бы я хотела выглядеть сзади. Дальше. 8-й пункт. Одежда желаемого размера. Я имею в виду, что, ну вот как в этом году, например, я себе купила джинсы 36 размера, и я в них влезаю, и этим самым контролирую свой вес. Правда, давно уже полмесяца не надевала, может быть, я уже не влезаю. Я и на весы не вставала, что-то я боюсь. Потому что сейчас, когда стресс у меня почему-то так странно проявляться стал вдруг, хочется чего-то вкусного. Может быть, для некоторых это нормально, но вообще раньше у меня стресс выражался в отсутствии, в потере аппетита. А сейчас хочется чего-то вкусного съесть. Ну, не все подряд, а именно что-то сладкого хочется. Ну, видимо, сладости не хватает. Вот. Ну, хотя иногда, да, мое чувство противоречия, дух противоречия играет со мной иногда злую шутку. Покупаю одежду большого, ну, когда вдруг полнею, чувствую, не влезаю. В этот момент случается купить одежду, она, естественно, большего размера. Ну, там, скажем, если я S ношу, то вдруг я покупаю M. И как только я покупаю M, как-то так получается, что я не надеваю это что-то новое, у меня нет случая надеть это на себя. И, наконец, когда случай приходит, оказывается, я похудела, и эта одежда на мне болтается. И так она у меня несколько лет, это что-то новое, мне не приходится это носить. И наоборот бывает. Я приобретаю себе что-то новенькое в момент похудения, а потом вдруг меня резко разносит, я в эту одежду не влезаю, и проходит несколько лет, и я не могу влезть в это нечто маленькое. 9-м пунктом я написала «влюбиться». Ну, конечно, грешно замужней даме писать такой пункт «влюбиться», но иногда, да, бывает, что какое-то такое невинное увлечение, хотите кому-то понравиться, и вдруг начинаете парить. Ну, причем не на пустом месте, конечно, это вам оказали знак внимания, и вдруг, а вы не то чтобы ответили взаимностью, но вам это не неприятно. И вы тоже хотите нравиться. Ну, конечно, я не призываю вас окунаться с головой в этот омут, но вот это вот парение, чувство, когда вам хочется порхать, порхание, оно полезно, вы иногда забываете поесть. Иногда сознательно забываете поесть. И вот чудо. Вы начинаете влезать в то, что не влезали до этого. Я имею в виду одежду. И вдруг вам стало платье в пору. Джинсики застегнулись. Платье сидит, там юбочка сидит отлично. Вот. И тоже иногда полезно, как вариант. Почему бы нет? Особенно, если вы не замужем и в поиске находитесь своего партнера по жизни или... Так, для время провести. Так, ну и 10-й пункт. Любить себя. Любить себя, то, с чего я начинала, избавиться от невроза. Полюбите себя.
Ну, я не буду тогда повторять то, что первое, а скажу тот нюанс, любить себя, что это значит. Вдруг почувствовать, оно следует из того, что влюбиться. Вдруг почувствовать, что вы, что-то в вас такое проснулось, что вы вдруг стали всем нравиться. Вы ощущаете на себе мужское внимание и чувствуете, что вы нравитесь мужчинам. Какой-то такой период, я иногда бывает вхожу в такой период, мне кажется, что я так почему-то офигенно выгляжу, или во мне что-то включилось, или во мне какие-то что там, феромоны, ну какие-то флюиды я распространяю, которые притягивают. Если вы в себе такое чувствуете, оно наверняка так и есть. Или может быть наоборот, этой самой думой, этим настроем вы в себе включаете вот это ваше свечение. И чувствуете себя очень соблазнительной, привлекательной, обворожительной. Ну и привлекаете не только мужчин, но и женщин с окружающими вам очень легко ладить. Это очень хорошее чувство, и оно тоже помогает вам. Ну, если даже не похудеть, то любить себя в таком теле, в каком вы сейчас находитесь, и это чувство передастся вашему окружению, вас будут любить такой, как вы есть, вы избавитесь от невроза. И, может быть, вот это тело для вас идеально, а не то, к которому вы стремитесь. Ну, на этом я кратенькую лекцию. Желаю вам приятного похудения. Желаю вам иметь тело своей мечты, достигнуть веса своей мечты, при этом быть здоровым, красивым, очаровательным, обворожительным. А также здоровья, счастья, удачи и успехов во всех делах. Пока-пока. Ваша Алина.